Всем привет! Очередной обзор кухни в коттедже. Сейчас заснимем от первого лица. Такие вот стеклянные дверки. Барная стойка. Столешница кварцевая. Мойка. Мойка тека хорошая. Ящики выдвижные. Специально искали небольшую микроволновочку. А здесь вот у нас идет ящик 2 в одном. Встроенная духовка. Здесь сделали тумбочку, пока временно. Потом заказчик со временем сможет туда поставить посудомоечную машину. Холодильник у нас здесь встроенный. Здесь сделали вот эту вот панель из материала фасадного. Это очень правильно, очень красиво, хорошо смотрится. Либо она была бы какого-то белого цвета, не очень хорошо. Кстати, здесь вот такое решение. Стена натуральная из кирпича. То есть ободрали вот эту вот штукатурку. И все это маленько шлифанули и покрасили. Здесь сделали вот такой вот, грубо говоря, бортик, плинтус. Кстати, кто-то вот у меня из заказчиков спрашивал, как здесь выглядит. Здесь получается вот такой вот зазор, потому что мы не можем по стене подогнуть камень жесткий. Но здесь просто со временем можно будет либо подпенить, либо герметиком пройтись. И никакой там дырки не будет. Ну и верхние шкафчики, как всегда по традиции, открываются за заднюю часть фасада. Все это с доводчиками. Вот, еще хотел бы обратить внимание. Изначально заказчик хотел верхние шкафчики сделать по максимуму потолку. Но уже были сделаны вот эти вот светильники. И, соответственно, если бы мы сделали выше шкафы, то есть, ну, дверка бы нам не давала открываться полностью. На встроенном холодильнике здесь также сделана доборная планка, чтобы убрать вот этот вот зазор. Ножки закрытые. Да, вот такие вот оригинальные ручки. Вот такой вот классный проект. Свой дом.